Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это канал Евангелие в последнее время, и с вами Игорь. Продолжаю находиться в городе Спуки. И завтра утром у меня самолет. Я буду возвращаться домой. Благослови вас всех, Господь, за всю вашу помощь, поддержку, особенно молитвенную, о нашему служению, а также и поддержку моей семьи. И с Божьей помощью мы будем продолжать, пока еще благодать не закончилась и евангелизация продолжается, мы будем продолжать участвовать по Божьей милости в Его великом деле на этой земле и возвещать Евангелие, Евангелие Царствия. Поэтому огромное вам благодарение, хоть многие из вас далеко, но то, что вы с нами. И слава Господу, это радость и для нас, что вы не оставляете нас. И да, время мрачное, тяжелое. И как мы говорили ранее, только Христос является нашим маяком, светом. Но все же увидеть этот путь узкий, но идти по нему, потому что только этот путь приводит в жизнь вечную. Что Бог сохранил нас от негодований или ненависти, злобы, которая, к сожалению, овладела, я уже могу сказать, к сожалению, многими, многими людьми, которые называют себя христианами. Да, страшное время проходит, и война в Украине. Но я всегда говорил, и говорю, хоть я не прохожу эту ситуацию, но сила Голгофского креста, она сильнее, чтобы не дать дьяволу место в своих сердцах. Но если это происходит, значит, к сожалению, люди живут другие. Я это тоже вижу, даже в некоторых церквях мне уже запрещают проповедовать. Ну что ж, хотя у меня очень хорошие отношения с некоторыми пасторами сохраняются, просто они говорят о том, ну, это, не хочу говорить, дежурная фраза, что был мир. Ну, идут на компромиссы, я их не осуждаю. Если они идут на компромиссы, они это делают перед Богом. Особенно некоторых членов своих церквей, но если они по этому поводу идут на компромиссы, что будет тогда, когда действительно придут гонения, и здесь, в Америке, они будут. А будет страшное предательство и здесь, в Америке. Мы просто должны быть готовыми к этому. Тем более, моя позиция ясная, моя позиция четкая, но очень не нравится плоти слышать и мое мнение, хотя это только мое мнение о том, как я вижу, как будут развиваться события далее. Но когда они увидят, что может быть так и произойдет, потому что я могу ошибаться, могу не ошибаться, что тогда? Что тогда? Еще злее станет я. А мне очень жаль. И я сказал, я маленький человек, но Божье благословение в нас и на нас, и с нашей миссией. И если они не хотят иметь благословение и в этом, тем более зная, чем мы занимаемся столько лет, 22 года, даже более, что ж, мы отойдем. Мы отступим от них, отойдем от них. Пускай Бог, который есть свидетель Яхве, решает, что и как. Но я все равно прошу вас молиться о мудрости для меня. Слава Богу, я закончил служение здесь в очень большой церкви города Спокейн. Слава Богу, меня приняли, и братья адекватные прекрасно понимают и слышат, что я говорю.
не передергивают, как некоторые пастора. Их немного, кстати. Их совсем немного. Все равно жаль, конечно. Это буквально на пальцах одной руки можно посчитать, какие церкви мне сказали больше не посещать их. В основном, там, где я проповедую. Почему? Потому что люди слышат, что я говорю. И знают мою позицию. Поэтому, конечно, для нашей миссии это все неприятно, но я не жалею ни о чем. Почему? Потому что если я пошел бы на компромисс в этом, как мне некоторые говорят, ну будь мудрый, ну мудрость не в этом. А есть позиция, я должен об этом заявлять. И если бы я пошел бы на компромисс, я просто себя бы не уважал. Хорошо, друзья. Хоть видим, что происходит. И, к сожалению, церковь, она становится все больше быть похожей на какой-то бизнес-сообщество, подражать этому миру. Тряска будет еще сильнее, очень сильнее, и здесь в Америке тоже. Хорошо, хорошо, друзья. В этом видео я просто хочу рассказать о служении вчера, и вы посмотрите эти видео. Это короткое видео. Немного мы снимали, но просто расскажу о славе Божьей, как свидетельство вдохновения для каждого из нас не бояться, не стесняться, но при любой возможности делиться доброй вестью даже в нескольких словах. Даже в нескольких словах. И, как сказал, благодарю Бога за эту возможность, частью Его служения и здесь, в Америке, где мы живем, видя, как Америка летит в пропасть, в отвержении Иисуса Христа, и, конечно, за это тоже придет наказание от Бога. Но доверяемся Господу, ибо Господь знает нас, знает нашу мотивацию и знает, как и нас сохранить, если Его воля. А если нужно умереть, благослови Господь нас быть готовыми умереть за Иисуса Христа. Это должно быть в мышлении у нас, и не бояться, потому что мы знаем, куда мы идем. Я всегда так проповедую, когда людям мы говорим, и я говорю, мы все можем умереть сегодня, я могу умереть сегодня. Сейчас я подниму кое-что, упало. И если я умру сегодня, я буду на небесах. Не потому, что я хороший, а потому, что Христос моя праведность. Поэтому дай нам силы. И продолжать молиться за души, плакать о них. Ибо уходящий без Христа с этой земли уходит навсегда. Поэтому, как сказал, это время, когда проявляется кто есть кто, но еще будет еще более. Итак, мы вышли с Пакей. Я говорил о том, что город растет в 2 раза количество населения, потому что много с Калифорнии приезжает, с самого города Сиэтла, с Портленда многие приезжают. И мы начали со служения, вы увидите, напротив театра там проходило опять то же самое, кстати, шоу, Wicked, как бы испорченное, плохая. И я стоял напротив, было очень много людей, они все стояли в очереди, как бы зайти в театр, и мы проповедовали, ну, не знаю, сколько минут, 20, наверное. Потом мы пошли в парк, встречали очень много людей там. А в сан-центре там выступал, по-моему, школьный ансамбль, оркестр, ну, вы увидите, мирской, вы все это сейчас увидите на видео, и вот мы стали просто обходить людей. Ну, что я могу сказать? Ситуация стандартная, в основном люди отвергают. Что мы заметили не в первый раз, это мое наблюдение, как бы, вот состав города, здесь очень много наркоманий. Что мы увидели, что, да, по количеству на душу населения наркоманов здесь больше, чем в Сиэтле. Очень сильная гомосексуальная община, особенно вот лесбийское направление, я не знаю, как еще сказать, лесбиянки. Очень много было их в парке. Меня иногда спрашивают, а как ты вот гомосексуалистов узнаешь, вот тех, ну, столько лет мы в служении, и мы их часто встречаем, это видно по поведению, по словам. Поэтому понятно, мы к ним подходили, но в основном ответ один. Но встретили 2 арабок, девушки молодые, и говорят, я спросил, откуда вы, они говорят, с Палестины. Ну, я, конечно, ничего не стал говорить, ибо есть Израиль. Они из города Дженина, но этот город, он под Палестиной на сегодняшний день, под управлением палестинской администрации. Но были открыты, поговорили,
взяли Новый Завет и другую литературу на арабском языке. Ну, говорят, нет, ты хороший человек. Они мне говорят, это у меня хорошее сердце. А я говорю, знаете, что говорю, нет, я сам жил в грехах, и сердце очень плохое было. Но Бог, слава только Богу, вот Бог по милости поменял. Хотя у меня тоже проблемы есть, но Бог работает со мной. Но самое главное, это то, что Иисус Господь, Спаситель, взяли Новый Завет. Еще радостная вещь, я уже сейчас уже скажу, я не был свидетелем, но мы разделились на несколько групп, у нас было где-то 8 человек, и мы пошли, и вот говорят, что 4 человека, вот в конце, когда мне рассказали, после служения, 4 человека молились молитвой покаяния. Это очень редкий случай, тем более 4. Но мы радуемся просто, что можем проповедовать. Если это так, слава Господу, только Господу. Встретил, обратил внимание на одного, я подумал, это девушка, и говорю, что вот это обольщение, это сатанизм, очень сильное также сатанинское движение в спокойнии. И она сидела, и в ушах было видно, она так, знаете, как вот чудовище есть, вот уши эти, я не хочу назвать это слово, из мифов, такие длинные узкие уши чудовищ, у нее были на ушах, так она себя сделала. И когда я подошел, это, ну, девчонка, я обратился к ней, как говорю, леди. Она говорит, я не леди, я мэн. Ну, вот так. И вначале вроде было все хорошо, все нормально, пока другой гомосексуалист не подошел к ней, уже не знаю, как сказать. И все, она осмелела, уже не захотела слушать и побежала с ним. Цель была, конечно, предложить священное писание, но не смог. Там же автовокзал, мы когда проходили, возвращались. Ну, ужас, потому что люди в крови валяются. А там группа наркоманов была. Я подошел, стал свидетельствовать. Одна взяла у меня литературу, но там черный был один, видно, главный. Подошел, вырвал у нее и возвратил мне. Но я уже ничего не мог сделать. Насчет митинга, вы уже это видео, может быть, просмотрели. Там же был митинг за Украину. И этот печальный инцидент, неприятный, который там произошел. Но отдельное видео, и мы его выставили. Ну и вот так мы ходили, свидетельствовали, проповедовали, раздавали литературу. Ну, раздали немало. Но в основном, да, люди отвергают, люди не хотят, вот эта беспечность. И понятно, что просто приближается время суда Господня и над Америкой. Потом мы поехали в Coeur d'Alene, уникальное место. Много туристов, всегда там, это прекрасное озеро, вы его тоже увидите в конце. И курортное место, не скажу, что было очень много людей, но Бог нас там тоже благословил. И в следующий раз, если буду жив-здоров, мы хотим провести служение там. И вот в конце, когда мы шли, мы увидели на баскетбольной площадке огромную группу людей, но я не знаю, чем они занимались там, они не играли, но мы подошли, стали им свидетельствовать. Из всей этой толпы, там человек 25 было, наверное, один, говорит, да, я хочу взять Библию. И вот ради этого одного уже не зря. Поэтому благослови Господь, я многое забыл, у нас много было вчера свидетельств, просто через все переживания, которые я сейчас прохожу, и даже не обиды, и не то, что непонимание, просто еще раз хочу сказать, если сегодня идут на компромиссы, прикрываются, чтобы был мир, что будет тогда, когда придут гонения? Будут предавать. Вот я это хочу сказать. И мы должны быть готовы к этому. Поэтому много свидетельств, я многое что позабыл уже. Ну, в принципе, вы увидите сейчас на видео и поймете, как шло вчера служение. Кто-то встретил, вот сейчас вспомнил тоже одного ученого, который, ну, как атеист. То есть беседы были, молитвы были. И мы очень рады, как сказал, если это так, то есть я не был свидетелем, но сестра, которая, у нас было несколько сестер, больше братьев, но вот сестра сказала, что 4 человека молились молитвой покаяния. Хорошо, друзья, благослови вас Бог, и давайте посмотрим эти видео. И еще раз огромное благодарение за молитвы и за поддержку, которую вы нам оказываете. Шалом. Приветствую вас, братья и сестры, Шаббат Шалом, это Алекс со мной, Игорь, канал Евангелие в последнее время. Мы подъезжаем к даунтауну, город Спокейн, вы видите, людей много, но здесь бродвейское шоу. Я просто вспомнил, что в прошлый раз мы также здесь проповедовали. Мы сейчас продвигаемся, ну это самый даунтаун,
продвигаемся к парку. Нам сообщили, что там духовой оркестр играет, и, конечно же, для нас это будет проблематично. Постараемся отойти или встать в сторону и начать евангелизацию. Это город Спокейн, а мы благодарны за ваши молитвы, за вашу поддержку, и надеемся, будут видео, и попозже чуть выставим и сделаем такой отчет, репорт о служении Благовестия. Благослови вас, Господь. Вот, друзья, вы видите сами, что происходит здесь. Ну, понятно. Мы, наверное, перейдем на индивидуальную проповедь, свидетельство. Будем просто подходить к людям. Или отойдем в сторону, или перейдем, не знаю, в сторону мола там. Ну, вы видите. Все сами. Очень тоже сильная гомосексуальная община. Как вы думаете, нужен ли им Христос? Люди подходят и подходят. Хорошо. Мы будем начинать. Так, мы начинаем. Be blessed. Мы вошли уже человек, наверное, 10-15. Страшное противостояние с самого начала. С самого начала.
будем. Спасибо, Гарри. Я дам вам. Хорошо, мы так подходим к людям. Вы английский владеете, так? You stand in front of God, and we're about to stand in front of God to respond. God gave us the freedom of whatever we do and how do we live. And one day, we're going to respond. You think you could defend yourself? Remember, not Christ, not hope. Only Jesus is the Lord. And we proclaim the glory of Christ. And we declare the kingdom of heaven. And that God commands you to repent and believe in the gospel. Come to the Lord. I cannot repent instead of you. I cannot give you mercy and repentance. I can't give you faith. You need to ask God. You have a faith to believe upon Father's only begotten Son. Remember, we are all pilgrims and strangers and enemies on this earth. Today we are young, tomorrow we become old. How many years you think you're going to live on this earth? Or are you, how many years are you expecting to live on this earth? 100 years, maybe more. But I already mentioned that the time passes very fast. Very fast. In one day, as the Bible says, before we die and after judgment. Whosoever believes in Jesus Christ, never going to be judged. Because the Lamb of God died for our sins. Lamb of God was free. Do you know that you can show the enemy the fingers? It's fine. I still love you very much. And that's why we are here. To remind you that God loves you. But if you still live in your sin, you will die forever. We cry about your sins, and God cries about your sins. We say we choose to lie, repent, and change your lifestyle. Why you need to die? Why you choose to die forever? You think you're going to live forever, man? Just need to know that one day you are also going to stand in front of God and see Him eye to eye in the face to face. You never know what will happen with us even later today. Tomorrow is not promised.
people in Italy, they even did their freedom back, but tomorrow, most of them going to die. And he's coming back, and he could deliver you from the darkness you live to his kingdom of light. It's God's promise, and he says that he forgives your sins if you confess, if you are to admit your sin and repent. And God has mercy to give it to you, that you could repent, and the power of Holy Spirit which you needed, that your life could be changed. What do you need that you may have to say, my life is successful? You think a lot of money going to help you, or even you're going to become a celebrity. People going to forget about you after a couple of weeks when you die. You cannot take your money with you. Remember that we have only one day under heaven to ultimately see, and the day is the Jesus. And the purpose living on the earth, it's not to become a rich or be poor. A purpose living on the earth is salvation. For God so loved this earth, he sent his begotten Son. That whosoever believes in him will not to be perished, but have a lasting life. We all born in sin. Automatically, since our ancestors disobeyed God's command, Adam and Eve. And even one is enough to be sent to hell. But God wants to save you. He wants to see you in heaven. God wants to bless you. God doesn't want that you die forever. And this is end times. We see how God's prophecies fulfilled. Засвидетельствовал этим людям, это пэганс, это ребята, которые геи, и у него уши
чудовища, прикреплены к его ушам. Это просто ужас, что мы видим в этом городе. Разговор пошел и спрашивал. Я думал, что это девчонка, почти как девчонка. Говорит, что он не девчонка, а парень. Спрашивал про грех. Но потом подошел к нему, это тоже гей второй. Вот вы видите, они стоят в белой куртке. И я когда уже предложил Библию, они отошли от меня. Страшно, вот уничтожение, обольщение, страшное просто. Приветствую еще раз, братья и сестры мои. Закончили служение Спокейн. Буду два видео, потому что у нас, к сожалению, был некоторый конфликт. Я попозже расскажу, что происходило. Но сейчас мы заехали в район Кардулейн. Это штат Айдахо, очень близко от Спокейн. Ехали минут 40. Ну, вы сами видите эту красоту. Это курортное место, это озеро. Красивое озеро. Чем-то напоминает мне залив там в районе Сиэтла. Mercer Island и Kirtland. Очень красиво, можете видеть эту живописную природу. Летом здесь вообще огромное количество людей. Сейчас не очень, немножко прохладно, но здесь они как на сайдвок гуляют вот, по всему этому периметру. Ну и купаются, вы видите, и уточки здесь сейчас. Ну, людей нет, холодно еще купаться. Вот, видите, как пляж здесь. Это гостиница там. Ну, в общем, очень уникальное место, говорят, и очень туристическое место. Так что приехали как в разведку. Времени, конечно, нет, мы должны уже отправляться. Но в любом случае, если воля Божия, будем живы-здоровы. В следующий раз, если я посещу Сиэтл, думаю, потому что мне вылетать в Сиэтл через пару недель. Нет, если я приеду сюда, в Кардалайн, то есть Спокейн, Кардалайн, мы проведем здесь по Божьей милости служение. Хорошо, друзья. И кораблик там туристический. Да, просто здорово здесь. Ну, действительно, покой, леса, горы небольшие, горки. Ну, там дальше немножко побольше. Ну, живописное очень место, дорогое. Называется Court d'Alene. Это французское слово. Ну, вот так. Так что в разведку прибыли. И немного здесь, конечно, тоже... просвидетельствовали, засвидетельствовали, и слава Господу.